Привет, ты на канале Zenimax Games, с тобой Максим, и мы продолжаем играть Unmoored Dungeons 2. У нас сегодня новая локация. Это огненная лава, да, предыдущий монстр был у нас очень даже неплохой. Сильный это было какое-то растение, да, вот лиана какая-то. Ну, мы с тобой начинаем проходить новую локацию. Так, что нас ожидает? Не знаю, что-то связано с огнем, лавой, может быть это будут какие-то бесы, дьяволы, ну, что-нибудь такое, я не знаю. Ну и опять же, какой-то босс будет очень мощный. Ну, насчет босса, я не знаю, в принципе, эликсиры жизни у меня 6 штук, по кристаллам 333, 592, 516, на каждый есть у меня посох. Есть немножко... Святая вода, да, уровень обреченности убирает, то есть это очень даже хорошо. Выпал еще тяжелая броня есть. Скорость передвижения снижена, нельзя выполнить уклонение. Очень плохо. Но зато обрати внимание, какие статы. Защита 40, 40, 40, 40. Блин, я не знаю. Есть еще вот такой вот посох у меня, конечно, посох пауков. Может отравить. Используется очень много зеленых... кристаллов, и видишь, используются также и красные, и синие. Я его пока что еще не пользовался с ними, да, вот играть, но я вот иногда подумываю, а может быть правда его использовать, не знаю, посмотрим. Так, от тебя же, конечно, лайк, подписочка на канал, комментарий и нажимай на колокольчик, приятного тебе просмотра. Так, что у нас тут по карте? Так, это у нас деньги, чтоб ты знал. Слушай, блин, стрёмно-то как, а? Че нас тут ожидает? Во, смотри, бес. Ого, так. А? Как-то все стрёмно, я боюсь. Кстати, что это за планы? Но я думаю, наступать точно нельзя. Да и на лаву тоже наступать нельзя, потому что будут на меня тратиться жизни. Какие-то глаза со стен торчат. Циклопы, что ли? Так, а вот это у нас кристаллы, да, видишь там? Смотри. Ах ты гадина. Я думаю, что на жизни тратится. Да глянь, он чуть творит, гад. Ты видел? Он, получается, высасывает жизнь из меня. Блин, кристаллы исчезли. А, черт, отвлек меня. Ах ты, маленький гадец такой. Ой, это еще что-то какое-то. Котелок на ножках с кристаллами. Слушай, ну он что-то использует, да. Он... Вау, 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 тихо, тихо. Гля, циклоп. С них выпадает отравление. Блин, опасно, конечно. Блин, там двое, да? Так, ну подожди, их было двое. Где еще один делся? Здесь, наверное, да? Так, слушай, ну карту, видишь, использовать нужно. Реально, карта это нужная вещь, а без нее, к сожалению, никак. Чтоб тебя, блин, гад такой. Слушай, он мне ману высасывает из жизни. Ну, блин, это жестко, конечно, блин. Зараза, пришел отсюда. Так, вот это, конечно, уничтожаем в первую очередь.
какой-то слизняк мешает мне. Так, здесь у нас идол. А, давай его уничтожаем. Темный идол уничтожен. Ух ты, гриня. Эх ты, гадина. Готово. Так, двойной на жизни немножко. Да, восстановлю. Блин. Слушай, нужно очень экономно использовать это все. Я не знаю, что у нас здесь за босс и что меня ожидает дальше. Кристаллы есть, конечно, можно их использовать. Но мы с тобой так их используем. Так, здесь у нас есть немножко еды, да? Ну, смотри, сколько их там, 2 штуки. Да, жизни высасываешь. Слушай, ну прикинь, блин, гад. Чё творит? Огненная палица может поджечь. Слушай, выпадает, точнее, да, вот проклятие вырастает. У меня есть святая водичка, можно, конечно, выпить ее. Так, значит, еще немножко побегаем, если что, я потом выпью обязательно. Потому что я не хочу обреченности. Так, а здесь что-то есть. Нужен ключ. Серьезно? У меня есть вот такой вот ключик, давай попробуем. А, блин, надо мана. Блин, надо же на мана, да, 30 мана, у меня только 15. Ну, блин. Опа. Че это такое? Смотри, какой рука. Жестко. Слушай, ну уровни, конечно, здесь, дай боже. Так, бочки, конечно, уничтожаем, потому что с бочек может что-то выпасть. У меня есть. Особенно редкие, да, когда делают возможность такую. Так, давай быстренько вот тут. Так, это дверца. Тут у нас ничего. Так, по хранителю печати. Я, кстати, вообще даже не представляю, что здесь будет, да, и кто. Особенно. Так, отлично, смотри, значит, получи 3 бомбы. Увеличиваем энергию на 5 единиц и увеличиваем максимальное значение уровня обреченности на 10. В принципе, обреченность очень хороший, конечно, эффект. Но я думаю, может быть, все-таки бомбы, да, вот. Не хватает, плюс я не знаю, что нас ожидает дальше. Какой босс? Кто его знает, что тут дальше. Кстати, давай-ка я, наверное, сейчас использую
здесь посох на синие кристаллы. Почему? Потому что у меня по зеленому очень быстро идет расход. Да и вообще расход идет очень быстро здесь. А это еще кто такой? Смотри, он летающий. Вот гад. Блин, я думаю, сейчас, наверное, будет... Да, вот. Его нужно будет использовать, наверное, очень много маны. Нифига себе! Слушай, он очень быстро летает. Готово. Жестко, жестко. Так, почему побежал? Потому что очень были короткие коридоры, и я думаю, там бы меня зажали бы, и очень, да, большой был бы расход по жизням. Вот эти всякие вот эти вот лица, да, вот. Я думаю, что может быть я тоже будут атаковать со стены. Кто его знает. Короче, посох в принципе по мане, точнее по синим кристаллам много, но посох неэффективный. Используется очень много всего. А, так, что у нас здесь? Смотрим. Значит, давай, значит, что мы делаем с тобой? Обреченность убираем. Мы с тобой уберем. Вот эта штука остается пока что здесь. А, где-то мы с тобой пробегали, да, я говорил, там у нас есть сундук. Я его очень хотел открыть, но мне не хватало ключей. Давай сейчас быстренько вот сбегаем. По-моему, это где-то здесь. Так, и это пока что только первый уровень, да, вот нашей новой локации. Обратите внимание, выпали большие кристаллы и добавилось очень мало, вот, да, видишь, инвентарь, нижняя панель, и там добавилось буквально чуть-чуть, капелька опыта, блин, значит, следующий уровень будет уже не скоро, к сожалению. Так, ну, по локации, смотри, значит, она уже почти пройдена. Это мы с тобой бьем. К сожалению, ты ее не уничтожил. А, серьезно. И здесь сундук есть. Блин. Так, ну, мне нужно... да, если был бы один эликсир, я бы воспользовался бы. Так, смотри, ага, здесь у нас руки. Так, допустим, здесь у нас руки. Как их уничтожать? То есть тут 4 и тут 1. Вот эта вот рука, это хранитель печати. Так, допустим. А если мы с тобой сейчас пойдем, у нас там еще есть один коридорчик, я как-то не обследовал его здесь.
персучки, блин, ходячие. Так, это негативно. Ага, все. Смотри, значит, нужно заходить к хранителю печати. Да, вот и пытаться каким-то образом, ну, не знаю, атаковать. Вот у нас здесь все. Обрати внимание, как неэффективно. Так, а если использовать... О, черт, атакуют. Так, ну, для чего я делаю это, ты, наверное, уже понимаешь, да? Я хочу вот быстро забежать и потом атаковать все сразу 4 руки. И получить максимально опыта и стал из них. Есть, побежали. Гадина. А что ты творишь? Нифига себе! Он у меня обреченность качает. Да, вот. Заболевание. Жесть! Ладно, давай немножко. Все взял. Так, там две руки. Слушай, я не буду использовать. Реально, идет огромный расход по мане, по всему остальному. Мы бы еще с тобой, да, вот хотим посмотреть, что нас будет ожидать дальше. У нас еще второй уровень есть, и вы чувствуете присутствие темного идола. Так, блин, надо уничтожать его. Так, вот это вещь хорошая. Используем. Так, мана. Хотя, конечно, мало, потому что я сейчас ее все равно потрачу. Так, мне кое-что не нравится. Мне кажется, это большая будет карта. Но давай попробуем. Так, темный идол уничтожен, отлично. Здесь давай активируем кристалл. Так.
Точнее, ключ, да, мана ушла, блин. Короче, все очень сложно. Почему? Потому что эликсиров жизни очень мало, кристаллы заканчиваются, здесь они выпадают как-то очень неэффективно, к сожалению. Так, та комната, в принципе, там есть, наверное, да, портал. Гадина, блин. Да чтоб тебя, блин. Пришлось эликсир жизни использовать. Смотри, проклятие. Проклятие. Но это опыт. Можно было, наверное, сюда, да, и не забегать. Большой зелень энергии. Большой зелень энергии. Выпиваем. Так, выпиваем, пригодится. И, может быть, этот вот сундук я открою. Поехали дальше. Черт. Вы серьезно? Это что, группа смертники, что ли? Нифига себе, ты видел, что творили? Хорошо, что я вот. А почему ты сразу не взорвалась бочка, блин? Блин, ладно. Смотри, вон еще одна рука. Да, видишь, вдалеке. Стрёмно, стрёмно. Так, здесь какая-то комната. Ну, вроде бы есть саркофаг. Проклятый, не проклятый он. Конечно, проклятый. Блин, броня рыцаря выпадает. Обеспечивает отличную защиту. Обеспечивает защиту. А ну стой. Так, здесь нет уклонения, а здесь, в принципе, насчет уклонения ничего не сказано, значит, оно работает. Одеваем. Так, это пламя очень опасно, блин, к нему близко подходишь, начинается тратиться жизни. Смертник, да? Истекай. Так, кристаллы подбираем. Комната. Хотя, в принципе, видишь, здесь вроде локация тоже не сильно большая, так что будем надеяться, у нас все с тобой получится. О, какая хорошая комната.
Здесь нам предлагают что-то купить. Так, длинный кинжал, 11 атака. 11 атака. У меня с тобой... Так, подожди, сейчас давай я сейчас немножко отверну, вот так вот. Во, 14-16. Блин, может быть хороший, конечно, клинок. Так, огненная накидка, защита от огня, увеличивает сопротивление горению. Ну, видишь, это огненная локация, может быть это реально мне нужен этот вот такой вот. Магический посох, 7-9-3, кристаллы используются, может заморозить, да ну. Мне только этот, насколько, 2-3 умноженное на 5, даже больше, и та же самая заморозка идет. Так, здесь у нас за золото можно купить. Жизни. Так. Ага, рука, да? Так, допустим. Там у нас тоже рука. Так, а что у нас здесь? А, еще одна комната, да? Ага, я понял. Так, это, конечно, комната не очень. Не, ну может там, конечно, через эту комнату будет главный выход. Да, да, так что по-любому будем идти туда. Вот почему он не может мне дать вот, да, вот эти вот свои бомбы. Мне бы они очень сильно пригодились для босса. Так, что это такое? Это уничтожить можно или нет? Не, ну вроде бы такое... Не сказано ничего, что его, да, можно уничтожить. Так, это комната хранителя печати. Так, а вот выход. Все, я нашел. Так, комната большая. Что-то еще хорошее, ценное, полезное. Так, хорошо, вещь выпала. Здесь эффективно от горения. Блин, что делать? Все как бы и надо, знаешь, вот хочу взять, но... Так, пошли сейчас
Да, в руки заходим. О, черт! А, хотя подожди. Блин, он бомбу кидает. Я думал, там будут руки, нет, здесь. Так, изысканный кинжал, 15 атака, искусственный выполненное оружие. Блин, может оно очень быстро будет. Давай быстренько заходим, посмотрим, что у нас здесь есть еще. Так, это у нас все здесь. А, так, это у нас дверца, тут тупик. Та-да! Здесь у нас тоже тупик, конечно. Ну а что еще можно? В принципе, так, здесь у нас вот здоровье, да, за деньги можно было купить. Давай, значит, пополняем. Пошли, значит, открываем печатью дверь. Я пока сейчас заходить не буду. У нас есть там еще одна комната, да, была. Там, где проклятие в основном. А, к сожалению. Так, давай это возьмем. Это мы сейчас тобой выпьем. Место немножко есть свободное. Тут у нас кинжал. Посмотрим, что у нас там еще есть. Может быть, где-нибудь, не знаю, эликсир жизни хотя бы взять. Было бы очень приятно. Так, ну и конечно же, потом идем на босса. Уничтожил, а кристаллы не возьму. Так, у нас там есть портал, здесь у нас проклятие. Так, выпиваем святую водичку. В принципе, давай зайдем в портал, посмотрим, что у нас там есть, и может быть все-таки. Так, выбор дверей, да, в какую дверь мы с тобой пойдем. Давай, значит, смотри, у нас сейчас идет немножко, да, эффект горения. Я не хотел бы сейчас немножко где-то воспламениться, и мы немножко подождем. Так, и выбираем. То есть, среднюю дверь. Так, сколько их там? Двое. Так, золото, немножко жизни, синих кристаллов. Все. Больше ничего нету. Вообще неэффективно. Так, ну, и идем мы с тобой тогда, если уж так дело пошло. Так, там у нас рука. Трогать ее не будем уже. Здесь 80 монет. В принципе, есть жизни, восстанавливаем полностью. Так, по кристаллам. Каждый кристалл по 200 штук. Маловато, я так бы даже, вот, знаешь, тебе бы сказал, хотелось бы, конечно, побольше. Есть, конечно, 3 бомбы. Сейчас мы идем с тобой на босса. Посмотрим, что это такое вообще, кто это из себя представляет. Все-таки, я не знаю, что это такое. Так, и кинжал возьмем. Погнали. Ну, а тебя, конечно же, лайк и подписка на канал. Так, дают возможность немножко что-то собрать. Давай,
Сколько стоит? 250. Страховка. Покупаем. Я не знаю, что это за босс, и я еще ни разу здесь не был. Страхуемся. Будет попытка номер два, если что. Так, выбираем, наверное, давай красный посох. Смотри, значит, локация. Сражение. Не очень большая. Есть лава. Хотелось бы, конечно, чтобы не было никаких помощников. Если будут помощники, это будет просто жесть. Заходим. Так, это какой-то джин, да. Ах ты черт. Смотри, гаение. В принципе, слушай, он вообще не тяжелый. Самое главное, вот здесь, да, вот нам не попасть на лаву и ничего не погореть. В принципе, 170 жизней у него осталось. Так, вот здесь. Жизни пополня. Где ты? Вот, 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 вот. Гори, блин. Все, я понял. К сожалению. Красный посох закончил свое действие. Есть! Есть! Убил! Да, убил! Слушай! Получилось! Нифига себе! Так, ну прыгнул только для того, чтобы взять кисталы. Все, пошли, значит, мы прошли босса. Да, вот это что-то было у нас связано с лавой. Так. Так. Слушай, в принципе, вообще был легкий. Реально легкий. Священная накидка. В случае вашей смерти вы воскрешаетесь половины вашего максимального здоровья, и накидка будет уничтожена. Это вообще обалденный артефакт. Он выпадает очень редко. В принципе, место у меня есть, и я его беру. Так, и мы идем с тобой дальше. Но дальше мы с тобой пойдем уже в следующей серии. С тобой был Zenimax Games, мы играли Unmore Dungeons 2. Если понравилась эта игрушка, мое прохождение, хочешь знать, что же будет дальше, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй и, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. На сегодня все, всем спасибо, всем пока!